даем. Сегодня мы будем учить. О мотивации. О мотивации. ואני רוצה לקרוא כמה פסוקים מספר ישעיהו 58. Я хочу прочитать несколько отрывков Писания из книги Исаии 58 глава. ואני רוצה לקרוא שישה פסוקים שלא ממש קשורים לפסח. Я хочу прочитать места Писания, которые не совсем связаны с Песохом, но очень связаны с Днем Искупления. Потому что в Левит 23 главе написано, что это праздники Господни. Кто помнит, что написано в Левит 23? В Левит 23 написано праздник Израиля, праздники Танаха. И там есть список. Там говорится про Песах, про первый плоды, про Шавуот. И также в 27 стихе написано про день искупления. И если мы проверим Тору, то там написано об этом дне и там, и в других местах. И каждый раз написано про смирение души. Про даже не смирение, а томление души. И здесь, на день искупления в Израиле, в основном народ постится полностью или частично. Согласно своему состоянию. Есть люди, которые постятся, читают слово и ходят молиться в синагогу или в общины. Или собираются дома и молятся со своей семьей, просят прощения. Это хорошо. Есть другие, которые тоже постятся, но постятся перед телевизором. Я не думаю, что это можно назвать постом, это голодовка. Поэтому в один день, для того, чтобы себя отделить от телевизора, Бог проговорил Исаии. И он сказал, скажи так сынам Израилевым, что нужно делать в пост. И вот написано пост, который я избрал. И вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, разрежи узы ярма. И угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и с скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобой, и слава Господня будет сопровождать тебя. Когда ты возорешь, и Господь услышит, возобьешь, и Он скажет, вот я. Когда ты удалишься среди твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой возойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень. И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои. И ты будешь как напоенный водой сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. И застроятся потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основания многих поколений, будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. В этой главе есть три пункта. Первый пункт, Бог говорит, вот пост, который я избрал, и делай в этот день так и так. И он говорит, что истинный путь, истинный пост, это не когда ты просто не ешь. Но когда ты выравниваешь путь своей души и твое отношение к другим людям. Это понятно, да? И тогда Бог говорит тебе, к тебе придут благословения. Мотивация.
И нам нужно понять свои мотивы, что мы делаем, что стоит за тем, что мы делаем. Например, ты посылаешь своего ребенка в школу. И ты уже распознал, что учитель твоего ребенка, ему абсолютно наплевать на свою работу. И директор школы говорит, это самый лучший учитель в Израиле. Он получил все просто призы, кроме, может быть, Нобелевской премии. И у этого учителя уже опыт 40-летний. Но ты понимаешь, что человек на своей работе просто сгорел, и уже ему без разницы. И дети сидят перед ним, он смотрит только на часы, потому что ждет, когда пенсия уже. И тебе тогда абсолютно все равно, что у него, какие титулы у него. Потому что ты понимаешь, что несмотря на все титулы, твой ребенок просто так время проводит. Потому что у учителя нет мотивации. Или, например, в семейной жизни. Живут вместе уже много лет. Ты приносишь деньги, она приносит деньги, дома проблем нет, все нормально. Но любви уже нет. Нет ничего уже внутри. И высоко как будто. Мотивация. Нет мотивации, которая высоко. И это очень плохо. И тогда нужно вернуться к источникам. Тогда нужно возобновить что-то. Когда мы приходим к Богу в особые дни, в особые праздники, нам нужно думать о нашей мотивации. Почему мы это делаем? И если мы находим правильную мотивацию, тогда есть ответ с небес. И то, что написано здесь, то, что мы прочитали сейчас, например, в 8 стихе написано, когда откроется, как заря, свет твой, исцеление твое скоро возрастет. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, и возобьешь, и Он скажет, вот я. И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будут насыщать душу твою. Это то, что мы все хотим. Кто хочет такие благословения? Исцеление, Господь, дай мне исцеление. Ответь мне на мои вопросы. Или направь меня, я не знаю, я стою на распутье и не знаю, куда мне идти, возможно, есть проблемы на работе. И будь моим руководителем, руководи меня в этот момент. И здесь есть обещание. Я дам тебе это. Это вполне легитимная просьба. Я хочу, чтобы ты был благословен. Поэтому, если ты знаешь, как с правильной мотивацией прийти к Богу, и вот сейчас мы, например, скоро начинаем праздник Песах, и, возможно, некоторые вещи мы не совсем понимаем. Поэтому, как я уже сказал, даже если ты не понимаешь, воспринимай это как заповедь и сделай его. Или еще лучше, задай вопрос. И тогда ты получишь ответ. И тогда это увеличит твою мотивацию. И тогда ты получишь ответы не только там, где ты находишься, но с небес внутри себя. Но по правде говоря, если мы умные люди, и мы думаем, что если вся наша жизнь с Богом, это когда ты говоришь ему, дай мне таким образом, то это слабое отношение. И он дает тебе, но это эгоистичный подход.
פסוק 12. В 12 стихе. Машу гадор. Есть здесь нечто большее. Я не могу рассчитывать, что אנחנו, כמאמינים, במיוחד מאמינים בארץ, נבין את הקריאה הגדולה שאלוהים יש לו בשבילנו. И я хочу, чтобы мы как верующие, особенно верующие в стране Израиля, поняли это великое призвание. Давайте мы прочитаем еще раз 12 стих. «И застроится потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основания многих поколений и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения». Где-то 17 лет назад, когда мы начали общину, и кто-то позвонил мне и сказал: «Поздравляю, слышал, что вы начали свою общину». Как ее она называется? Я сказал: «Шавейцион». Мне понравился этот, это поселение возле Наарии. И название «Возвращенный на Сион». אבל כל הזמן חשבתי על הפסוקים האלה, על, על השם הזה, כמו לשוב לארץ שלנו. Но я думал про об этом названии, что мы возвращаемся в нашу страну. Если ты, например, зайдешь и сделаешь поиск в Википедии, и ты занесешь такое словосочетание «возвращение на Сион», не «возвращенные», а «возвращение на Сион». חזרה יהודים מבבל בזמני עזרא נהמיה זרובבל יהושע הכהן הגדול. Тогда тебе выйдут статьи, когда из вавилонского плена во время Эзры и Неемия возвращались евреи на сюда в Израиль. Есть такое ביטוי שיבת ציון זה זמן הזה. И есть такое выражение שיבת ציון, это именно то время. Шар חזרות לישראל קראו פשוט עלייה לארץ. То есть то, что произошло, это произошла алия в эту страну. Но здесь, в 12 стихе, они используют слово «возвратиться». Я начал и искать в Святых Писаниях и искать эти слова «возвращение». И возвращение это намного больше, чем ты просто физическим образом купил билет и приехал в Израиль. Я дам более хороший пример. Когда мы используем телефон, иногда телефон начинает грузиться. סוגרים אותו, тогда мы его выключаем и включаем заново, делаем рестарт. Знаете, помимо работ за УЗР. Часто это помогает. Но иногда телефон настолько сломанный, что он это не помогает. Тогда ты заходишь в настройки. לסטטוס של המפעל. איתם יש אבדלים. זוודקי נסטרויק, אבל איך באים את זה? שרירת מחדל. איך? שרירת מחדל. עוד פעם? שרירת מחדל. ככה אומרים, אני לא שומע. זוודקי נסטרויק. חזרה. ты возвращаешься? אומרים. Есть אנשים שאומרים, הנה, ישוע בא והחזיר אותנו. Есть говорят, Иешуа пришел и вернул нас. זה אמת חלקית. Это частичная правда. הוא התחיל חזרה, הוא לא החזיר אותנו. Он начал возвращение, он не вернул нас. Есть אנשים שאומרים, כשישוע בא ומת עבורנו בצלב, וקם לתחייה כבר עשה הכל, זה לא אמת. Есть люди, которые говорят, что Иешуа, когда пришел на эту землю, умер за нас на кресте и воскрес из мертвых, он сделал за нас все, но это неправда. אם אתם פותחים מעשה שליחים פרק 3. Если вы откроете Деяния 3 главу. בבקשה. Открой, пожалуйста, Деяния 3 главу. יש שם סיפור מאוד מעניין. Там есть интересный рассказ. השליחים התחילו לבשר בשורה. И апостолы начали проповедовать Евангелие. לא תמיד קיבלו אותם. И не всегда принимали. אבל היו ניסים ונפלאות וכל מיני דברים גדולים. Но их сопровождали чудеса и знамения. אז יום אחד עצרו אותם ואמרו, נו תסבירו להם, מה קורה פה? תסבירו להם את כל...
И когда их остановили в один день и сказали, объясните нам, что вы здесь сделали. Открыли Деяния 3. А по сук швае, катув шам, что Петр... В 17 стихе написано, что Петр... Матвила один рамей, ну, вы умер белим каэле. Начинает говорить нашему народу и говорит такое. Он говорит, хавери, махим шили. Он говорит, братья мои, друзья. А ты говоришь, что у вас агам каха, вот как. Скорее всего, он и одежду на себе разорвал. Ахим шели! Братья мои! Вен кулам истеклю, макарапу! Все рассмотрели, что произошло. Он омар, они хотели обидеть лахем, что батаур, а этим мы верим, что осидим это, маше, осидим на Машия. Он говорит, я знаю, что вы в неведении вашем, вы были слепы, когда сделали то, что вы сделали. Авал, осидим маше лухим, но вы сделали то, что Господь уже провозгласил через пророков ранее. То есть, с одной стороны, это было плохо, это была ошибка. Или грех. Но пророки это предрекли. Это был часть процесса. И он говорит, теперь покайтесь. Примите Иешуа обещанного Машеха. И поймите кое-что. И то, что он говорит, это написано в Исаии, то, что мы прочитали, 58 глава, 13 стих, и также есть много мест Писаний подобных к этому. Написано здесь, в 21 стихе, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых пророков от века. И здесь написано, на русском неправильно. פה כתוב ב, ביוונית האוריגינלית שכתבו את מעשה השליחים. באוריגינלים הטקסטי כבר נגריץ. שמיים קיבלו את משיח עד הזמן מיוחד. דיאניה, там написано, что небеса приняли Машиах до определенного времени. אבל הוא יחזור. Но он вернется, так как когда все вернется к своему исправлению. Мне больше нравится настройки производителя. Кто наш производитель? Уже Башамай. Тот, который сидит на небесах. И мы очень далеко от него отошли. И в нашей матрице много проблем стало. И он хочет вернуть нас к настройкам производителя. Это то, что написано в оригинальном тексте в Деяниях. Это концепт большой. במסורת יהודית, באמונה יהודית, תיקון עולם. Это большой концепт в еврейской традиции веры, исправления мира. שהוא יכול להביא לשיקומו. Что все он вернет к своему восстановлению. אבל בישעיהו 58 בפסוק 12 כתוב. Но в Исаии 58 главе 12 стихе написано. בבקשה תבינו אותי טוב. Поймите меня правильно. אם אתה חי עם מוטיבציה לפני אלוהים. Если ты живешь с мотивацией перед Богом, тогда ты становишься инструментом в руке Бога в исправлении этого мира. Люди говорят, какая мне разница до этих. Я рад, что я принял Иешуа и мне прощили мои грехи. Но этого недостаточно. Ки у руце ша та гам ти е хелев. Он также хочет, чтобы был частью его действия в исправлении народа. И если на протяжении 2000 лет люди, верующие в Иешуа, я извиняюсь за выражение, были немного эгоистами, дай мне. Не все, но большинство.
Рух Кодеш מתחיל לגלות את האמת הזו. Сейчас Дух Святой начинает открывать эту истину. Шелифней бият המשיח השנייה. Что до второго пришествия Машиаха. Он хочет להשתמש בך. Он хочет использовать тебя. ואל תגיד אני לא מבין כלום, אני ראש קטן. И не говори, у меня, я ничего не понимаю, я, мое дело маленькое. אלא הוא רוצה שאתה תבין. Но он хочет, чтобы ты понял. И чтобы про тебя говорили, что ты восстанавливаешь настройки. Не кто-то большой. И сегодня, слава Богу, из-за того, что есть интернет, у нас уже нет слишком великих имен. Billy Graham גדול, Benny Hinn גדול, כולם אותו דבר. Billy Graham, Benny Hinn, все одинаковые. כולנו אנחנו אותו דבר. Все мы одинаковые. יש תפקידים שונים. Есть разные. אחד יכול לדבר טוב יותר. Должности. Некоторые могут лучше говорить. Для Миши есть матнат невуала. У кого-то есть пророчество. Миши митпалел ютер. Кто-то больше молится. Авал кан ба Ишайяу 58 катув аль бен адам рагил. Но здесь в Исаии 58 главе написано об обычном человеке. Гене ацом шебахарти. Вот пост, который я избрал. Ани ло медабер ашав аль цом. Гене авода шели шебахарти авурехем. И вот я не говорю про пост, я говорю про работу. Вот моя работа, которую я избрал для вас. Атем миткарвим леха. Вы сейчас приближаетесь к празднику Песах. Поэтому сначала узнайте, что этот день сотворил для вас Господь. И искупите твоего народа. Он забрал тебя из рабства. נתן חסד לך, כיפר אותך בדם של הקורבנות. Он дал тебе милость и искупил тебя кровью жертв. שחרר את נפש שלך מחמץ. Освободи свою душу от хамеца. תכיר מעשה האמיתי. Узнай истинного агнца. ותתייחס לזה עם כל הרצינות. И обратись с полным со всей серьезностью. ואם אתה מסתכל שם על סיפור של פסח, если ты смотришь на историю Песаха, ותעניין כמו שבישעיהו 58, то же самое, что написано в Исаии 58, אם משפחה שלך קטנה, если твоя семья маленькая, אז תזמין עוד מישהו, тогда пригласи еще кого-то, שיחד איתך יחגוג את הפסח, чтобы вместе с тобой справил праздник Песах. ואם לרעהו לא מספיק, תן לו, הוא היה תן לו 100 שקל, 200 שקל, שיקנה את האוכל לשולחן שלו. Если ближнему твоему недостаточно, знай, что у него нет денег накрыть праздничный стол, дай ему 100 или 200 шекелей, чтобы у него на столе было пища. ותתפלל שאלוהים, и молись, чтобы Бог ברוחו יכול להראות לנפש שלך. Своим духом показал твоей душе. מה שם לא נקי אצלך. Что у тебя неправильно и нечисто. ושתשתחרר מהחמץ הפנימי שלך. Чтоб ты освободился от своей внутренней закваски. אז תהיה אותו דבר, מה שכתוב כאן בישעיהו. Тогда ты будешь таким, как, что написано в Исаии 58 главе. ובנו ממך חרבות עולם, מוסדי דור ודור תקומם, וקורא לך גודר פרץ, משיביו נתיבות לשבת. יצטרויש גרדה נמסתך דבניך רזוולן, ונובה זביתוש סטרעיניה בליך פרימיון ציפה נריקות, починивший проломленную стену, восстановивший улицы для жилья. Хевре, они ло роце акшав лидабер арох. Я не хочу сейчас долго говорить. Аваль айта пам бильбуль гадоль баолам. Но когда-то в мире произошло большое большой балаган. ואני לימדתי על זה כמה פעמים בקהילה. Я несколько раз вообще не учил об этом. אבל אני אגיד בקצרה. Я хочу сказать коротко. בראשית, בפרק 10, כתוב שמנועה נולדו שלושה בנים. זוכרים סיפור? В Бытие 10 главе написано, что от Ноха родились 10 сыновей. Помните? Трое сыновей. ומשלושה נולדו עוד, אם אתם תספרו, זה 70. И от троих родились еще
детей, если вы посчитаете, это 70. Вещевим в перек 11, в обрешит 11, итхили ливнот мигдаль бавель. И эти 70 в Бытие 11 главе стали строить Вавилонскую башню. Бавель, басафа акади, зе шарей Элохим. И Вавилон на акадском языке значит врата Бога. ואנשים חשבו, и люди думали, אם נבנה את המגדל הזה, если мы построим эту башню, אז נהיה כמו אלוהים. Мы будем как Бог. בעברית, Бабилон, או Бабилон, Бабель, на... זה להתבלבל. На иврите и Вавилон или Бабель, перевод его смешаться, спутаться. וכל העמים האלה התבלבלו, אלוהים בלבל אותם. И все эти народы Бог спутал, смешал. ואנחנו שייכים לעם מספר 71. А мы принадлежим народу номер 71. שיצא מאברהם אבינו. Который вышел из Авраама нашего отца. כתוב בבראשית 12. Написано в Бытие 12. בחר אותו אלוהים. Бог сам его избрал. ואמר, שרת לי ואני אברך אותך. И сказал, служи мне, я благословлю тебя. ואני עושה אותך אור לגויים. Я сделаю тебя светом народом. כתוב על זה. Написано об этом. אם אנחנו, עכשיו אני מספר קצת סיפור ישן, אבל אולי טוב לזכור לפני פסח. И я сейчас рассказываю, может быть, старую историю, но хорошо ее помнить перед Песхом. 70 עמים התבלבלו. 70 народов смешались. אז אלוהים בוחר אברהם ואומר, דרכך יבוא עם שיביא גאולה. И Бог сказал Аврааму, через тебя придет народ, который принесет искупление. בעשר פרקים הבאים, מ-12 עד 22, בבראשית. В следующих 10 главах Бытия, с 10 по 20. Мы видим падение и упадок, мы видим падение и возвышение человека. Руим их Адам, Авраам, лифамим ая тов, хазак, пегадол. Мы видим, когда у Авраама был период, что он был хорошим, великим. Лифамим ая колках лифаним, шая мухан, итпатер миишто. Иногда он был настолько слабым, когда мог отдать свою жену. Авал, аколь нигмар каха, ше бен Адам икир Элохим бегадол. Но все закончилось тем, что Бог познал человека, что этот человек познал Бога. Веба пришит 22. И в Бытие 22 главе יש קטע ששמע, מי זוכר מה השם של קטע הזו בראשית 22, מה בעברית? Событие, которое произошло в Бытие 22 главе, кто помнит? איך בעברית קוראים לעקידה, עקידת יצחק. עם ישראל קורא פסוקים האלה כל יום. И в 22 главе написано жертвоприношение Ицхака, и народ израильский каждый день читает эти отрывки. И там есть место, когда Бог не дал убить Ицхака. А потом написано что-то странное. Я хочу прочитать. Бонифта Брешит 22. Давайте откроем Бытие 22 главу. Бонитрами Пасук 16, 17, 18. И прочитаем 16, 17, 18 стихи. Покажай. И пошла сила вдали. Ло-ло-ло-ло-ло. Брешит 22. И сказал, мною клянусь, говорит Господь, что как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я благословляю и благословлю тебя и умножаю множу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря. Я владею семя твое городами врагов твоих, и благословляться в семье твоем все народы земли, за то, что ты послушал гласа моего. Есть здесь несколько пунктов, которые нам стоит נקודה ראשונה ומוזרה מאוד ונשבע אלוהים. Первый пункт странный, когда говорил Господь, я мною клянусь. אתם רק יכולים לדמיין מה זאת אומרת שאלוהים נשבע לבן אדם. Вы просто представьте себе такую ситуацию. Сам Бог клянется человеку. בקושי עמים שמעו כל אדוני. Люди голоса Бога не слышали. וכתוב בתהילים, כשאלוהים רק מדבר,
Написано, что когда Бог только возвышает голос, в псалмах написано, когда Господь возвысил голос свой, тогда горы растаяли. Мишу лай шама бабет сефер ламатну аль амеба. Не сухер амеба. Кто в школе учил в начальных классах? Понимание лудим аль амеба? Про амебу. Амеба. אז הבדל בין המובה לבין אדם הרבה פחות מבין בין אדם לאלוהים. Так вот, разница между амебой и человеком намного меньше, чем между человеком и Богом. כי אלוהים הוא גדול. Потому что Бог велик. וכל המילים עליו זה רק מילים של בני אדם שלא בעצם מתארים כלום. И все слова, которые могут описать его, это просто человеческие слова, на самом деле они не могут его описать. אבל כאן כתוב הוא נשבע לבן אדם. Здесь написано, что Бог клялся человеку. ואמר לאברהם שלושה דברים פשוטים מאוד. Сказал Аврааму три простых вещи. אבל גדולים מאוד. Но очень больших. הוא אמר לברך אותך. Он сказал, я благословляю. ועושה לך ילדים ככוכבי שמיים וככל בארץ. И размножу тебя, и будет семя твое, как звезды небесные, как песок морской. משהו מעניין, אבל כאן מדובר על שני סוגי בנים לאברהם. Здесь что-то интересное написано и говорится про два вида сынов Авраамовых. חלק מהם ככוכבים וחלק ככל. Первые как звезды, и вторые как песок. ואגרת אל הגלטים מסביר את הקטע. И послание к Галатам объясняет это. שחלק זה אלה שטבעים. Часть, которые по природе сыны Авраама. בדם. По крови. וחלק דרך רוח. А часть духовные. שמעתם על דבר כזה? Слышали об этом или первый раз? אתם עייפים? Вы устали? יש שני סוגים במשפחת אברהם. И есть два вида сыновей в семье Авраама. И куда шния там? Второй пункт. Шиладеха и нацху шарей. Шарей. Мам, как тут шам бейбе? Рега, нихта. וירש זרעך את שערי אויביך, וירש, ונסלדו твои дети врата своих врагов. הביטוי הזה בעברית הוא פשוט. Это выражение на иврите достаточно простое. יש שטח של אויב. Есть территория врага. אבל הילדים שלך יתפסו את זה. Но твои дети завоюют эту территорию. כל הבלבול שקרה בעולם. Весь этот балаган, который произошел в мире. כל הבלבול. Весь этот все смешение. Ишайя умер, коли ам емихусе бе хошех ве миалейха израха дона. Написано, что тьма покроет все народы, на тобой воссияет Господь. Про Иерусалим написано, встань, свети, потому что пришел твой свет. Ки хошех михасе арец ве миалейха израха дона. Потому что вся тьма покроет землю, и на тобой воссияет свет. Зе мамаши рапсуким аэле, ше коах шел бней, о баним, шел Авраам, и на цеях. Написано, что сила Авраама, и она победит тьму, которая среди народов. ונקודה שלישית כאן בברכה הזו. И третий пункт в этом благословении. בזרעך יתברכו כל שבטי הארץ. В твоем семени благословятся все племена земные. על זה רב שליח כבר דיבר, והוא אמר, זה על ישוע. И здесь רב שאול говорил об этом, и написано, что это о ישוע. שהוא זרע של אברהם. Что он есть семя Авраама. אבל כאן רק נקודה קטנה, מדובר על שני סוגים של הילדים. Но здесь говорится про два вида людей. ואנחנו צריכים להבין, שבזמן הזה, что в это время, אלוהים משקם, עושה שיבת ציון, לא רק פיזי. Бог восстанавливает Сион не только физическим образом. Или он все итану машу. Но он с нами также делает что? Ве имим машмаут мля нахну баим лишарет ле Адонай. Если мы с полным осознанием приходим служить Богу. Азу осе отха мишапец гдарот. Тогда он делает тебя восстановителем и развалит. У осе нимха эдзе шоу משקם את העולם. Он через тебя восстанавливает этот мир. אני רוצה לסיים בזה, מספיק. Я хочу на этом завершить достаточно. Мотивация.
мотивация, авана, мы אנחנו עושים, и понимание того, что мы делаем. לצערי הרב, לפעמים חסר לנו. К сожалению, иногда нам не хватает ее. ואולי נתפוס משהו. Возможно, мы что-то поймем. רוצה לעודד אתכם. Я хочу вас להמשיך בכיוון. Я хочу вас воодушевить. Бо נעמוד ונתפלל. В этом направлении давайте мы встанем и помолимся. אבינו שבשמיים, אני מתפלל עבור קהילה. Отец наш небесный, я молю за эту общину. עבור כל אחד. За каждого. על יכולת שלנו. За нашу способность. להעביר אמונה לילדינו. Передать эту веру нашим детям. ואני מתפלל שכל אחד כאן. Я молю, чтобы каждый здесь. יוכל להשתייך. Мог принадлежать. לדור של שיקום. Поколению восстановления. שיקום ציון. Восстановление Сиона. ושיקום עולם. И восстановление мира. אני מודה לך, אבא, שאתה אוהב אותנו. Я благодарю тебя, отец, что ты любишь нас. אני מתפלל שהשבוע שלפנינו יהיה מבורך. Я молюсь, чтобы эта неделя, перед которой нас ожидает, была благословенна. כוח וברכה וחיזוק למשפחות שלנו. Дай укрепление, силу и ободрение нашим семьям. תעזור לנו לראות תשובות שלך. И помоги нам увидеть твои ответы. אבל גם תן לנו לכל אחד להרגיש שאנחנו שייכים למשהו גדול יותר. Так же каждому понять, что мы принадлежим чему-то большему. אני מתפלל בשם ישוע המשיח. בשם ישוע המשיח. עכשיו אני רוצה לעשות ברכת הכהנים. Я хочу благословить вас благословением священника. יברך לך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. ישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. אבא, תברך אותנו. בברכה שלך. תודה רבה, סלימן. בשם ישוע המשיח. שבת שלום ושבוע טוב.